Воля не в курсе, исхудавшая Лясянь Утяшева скрывает тяжелую болезнь. Гимнастка забила на фанатов ради сна, усталость валит ее с ног. Состояние здоровья Лясянь Утяшевой не на шутку пугает. Неужели исхудавшая и бледная звезда скрывает тяжелую болезнь, симптомы которой быстро прогрессируют и валят ее с ног? На какую? Телеграм-канал Йога Хоп сообщил, что 5 декабря в Уфе спортсменка сорвала встречу с фанатами. Самочувствие Утяшевой ухудшилось настолько, что звезда не смогла встать с постели гостиничного номера и не приехала на открытие чемпионата Башкирии художественной гимнастики. Фанаты были разочарованы, ведь мимо 500 маленьких спортсменов с нетерпением ждали встречи с любимой чемпионкой. Сообщается, что открытие состязаний было подстроено специально под приезд Лейсан. Она не могла пропустить мероприятие без веской причины, ведь очень ответственна и дисциплинирована. Видимо, самочувствие не позволило ей выйти на публику, а последние силы покинули звезду. В последнее время Утяшева постоянно намекает на проблемы со здоровьем. За несколько месяцев 34-летняя теледива похудела более чем на 30 кг и сейчас весит меньше 50 кг при росте 167 см. Но сама Утяшева демонстрирует опасную худобу. Ее кости нарочито выпирают. Звезда утверждает, что похудела благодаря правильному питанию и спорту. Но после ухода из гимнастики ее нагрузки сильно снизились и вряд ли дали бы такой эффект. Возможно, она подсела на опасные препараты для похудения, которые серьезно испортили ее здоровье. Лясянь, по слухам, стремительно теряет волосы и уже засветила крупные проплешины и залысины. Роскошная шевелюра гимнастки была ее гордостью, а сейчас звезда стыдится выходить на публику без парика. Трудно не заметить, что Утяшева очень бледна, ее глаза ввалились, щеки запали, а с лица сошло радостное выражение. Очевидно, Воля не в курсе проблем супруги, либо игнорирует опасные симптомы и изменения в внешности. Комик поглощен развитием бизнеса и пытается спасти юмористическое шоу от провала. Павел мало общается с Лейсан и редко ее видит из-за частной гастроли. Он недавно заявил, что даже перестал следить за поездками жены, следовательно, потерял интерес к ее жизни и мог не заметить пугающих изменений во внешности. Действительно ли Утяшева больна, может сказать только она сама. Однако пока спортсменка игнорирует тему своего здоровья и не комментирует возможную болезнь. Поклонники же уверены, что гимнастка страдает звездной болезнью и лишь прикрывает свою лень плохим самочувствием.